Ребят, у нас сегодня ветер, ворота грохочут, собаки лают. И все-таки мы решили выйти. Так, ну что там? Да. Чистые, домашние, красивые, напуганные. Посмотрите, какие чистые дети. Вот что за тварь? Что за подлая тварь подошла и бросила их под забор? А? Пусть благодарит Бога, что я не увидела. Ребята, я когда-нибудь убью. Вот просто увижу, кто подойдет к воротам, и просто тварь убью. Мне говорят, Валя, не надо ругаться. Матом не надо ругаться. Ребята, у вас есть другие слова, кроме матов, которые вот сейчас рвутся из моей души? У кого-нибудь есть? Вот что за подлая тварь вот этих детей вырастила и пришла под чужой забор в коробке выкинула? Вот скажите, как назвать этого урода? Он что, сделал доброе дело? Это каким ублюдком надо быть, чтобы свою проблему, нестерилизованную кошку и ее приплод, выбрасывать под чужой забор? Ведь кошка у них осталась. И кошка не стерилизованная. И она будет плодиться у этих тварей дальше. И они будут следующих кидать? Ребята, о чем думают эти люди? Что у них есть в сердце хоть немножечко? Что-нибудь, мозги какие-то есть? Я не люблю проклинать людей, ребята. Что-то ты у меня все делаешь, а? Не привык? Ну и пузики пустые. Ну ты мой хороший. Так. Мой маленький. Вот такой ребенок. Вот такое дитя. Да? Один глазик у нас больной. Ну ничего страшного. Проголодался ребенок. Ну ты моя умница. Смотри, сколько ты их покажи. Так, стула. Иди сюда. Проголодался. Конечно, проголодался, ребят. Они уже кушают сами. По 5 кубиков это подкормка. Вот, тогда уже твердо знаю, что они сытые и ложатся спать. Вот ты, умничка моя. Давай сюда. Вот так. Вот, видишь, тут бутус уже сам кушает. А этот мясо пытается кушать. Смотри, это мелкий. Ой, да ладно, не кричи. Вот так. Хороший ребенок. Пусть. Давай сейчас. Теплое молочко. Иди сюда, ребенок. Потом мясо будешь. Бузи. Ну, дай сюда. Дали для пробы, а оно, бедное, вцепилось в мяско, да? Сейчас сначала молочко. Завтра начнем варить манную кашку, чтобы дети. Садись. Да, хорошо. Давай. Сейчас еще мясо дам, что ты? Обязательно дам. Чего ты? Ну-ка, пузик покажи. Пузик, накушанный пузик, да? Сейчас молочко допьем. Тихо. Чего осталось капелька? Вот так, все. Вот так положу, может быть, кто-то будет.
пробовать, да? Кто-то будет пробовать мясо. Стул, разворачивайся вот. Что, ребят? Молодец. Коптики хорошие, держатся хорошо. Осторожно. Осторожно. Что ты вызвал, то есть фея молочко? Эй, куда шагаешь? Смотри, как этот кусок зажал. Еще урчит. Да, твой большой кусок. Твой большой кусок. Давай пойдем с ним. Вот сюда. Здесь молочко. Здесь твое мясо. Малышам от 3 недель до 1,5 месяцев. Здесь двое, которые только родились. А вот эта мама тоже убегает от них, от всех. Мы думали, она хоть немножко малышей подкормит. Но нет. Для нее слишком огромная стая. И мама тихо слиняла и спряталась. Ребят. Что сказать? Что меня все трясет, ребят. Просто трясет. От того, что так нагло кидают коробки с малышами под забор. Бог судья этим людям.